С наступлением первых холодов экипажи ГИБДД фиксируют увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В свою очередь, сотрудники пожарной службы отмечают большое количество возгораний, связанных с использованием отопительных приборов. Чтобы обратить внимание учащихся на эти проблемы, в школах муниципалитета проходят уроки безопасности. Их проводят представители администрации городского округа совместно с сотрудниками госавтоинспекции и пожарного управления МЧС. Основными причинами происшествий на дорогах являются переход пешеходами улиц в неустановленном месте, неожиданное их появление на проезжей части и недостаточная видимость на автотрассах. Многие еще участники дорожного движения не перешли на зимний период времени, пока еще не поменяли зимнюю резину. Вот. Поэтому нам с вами точно так же нужно готовиться к зимнему периоду. Подобные уроки проходят в виде интерактивных лекций, где детям наглядно демонстрируются способы избежать попадания в экстремальную ситуацию. После сотрудника ГИБДД перед ребятами выступает представитель пожарной службы. Обогревателем пользуетесь? Вот, видите, то есть кто-то пользуется, кто-то нет. Поэтому нужно в любом случае, то есть пользуясь элементарные правила, которые есть в пожарной безопасности, их надо соблюдать. Такие уроки безопасности проводятся 10-12 раз в месяц в различных школах и дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета. Также одна из целей подобных мероприятий – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Проводят у нас мероприятия среди младшей возрастной группы. Были приобретены ростовые куклы, которые пользуются огромной популярностью среди детишек. Также у нас проходят рейды по вопросам правонарушений несовершеннолетних. Все выступающие отметили, что ученики Видновского художественно-технического лицея, где проводился один из уроков безопасности, неплохо знают, как обезопасить себя на проезжей части и какие правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить пожара.